тяжелый матч получился, много не получалось в первом периоде, во втором. В третьем поговорили с ребятами, и в итоге счет на табло. А как оценишь начало матча? Все-таки не так удачно у нас все получалось. Это проблема уже из матча в матч. Вроде с Казани начали хорошо, сразу забили. А вот так это уже не первый же матч такой, когда мы просто выходим и пропускаем сразу. Но ладно, не рассыпались. А так хорошо, что забили потом. 1-1 сделали. Твоя шайба стала сегодня победной и дебютной для тебя в КХЛ. Какие эмоции сейчас? Да пока никаких. Не понял сначала, что произошло даже. Потом, не знаю, пока ничего не такого не чувствую. Радость, и все. На скамейке тебя подбадривали, наверное? Ну да, там все тренера, игроки. Приятно, спасибо. В турнирную таблицу заглядывали перед этим матчем? Да нет, мы об этом не думали. У нас перед Ладой должок, тем более, за гостевые игры. Последний матч дома играем перед своими болельщиками. Мы обязаны были выиграть сегодня. Впереди серия с Акбарсом. Что скажешь о предстоящем сопернике? Ну, мы уже не первый раз с ними играем. Я думаю, сейчас еще подготовимся за эти там 3 дня. В принципе, ничего нового, я думаю, они не покажут. Будем бороться, биться так же, как все те игры с ними.